Утречка, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры. Как видишь, нас приветствуют в отеле Sea View. Посмотрим, что нас ждет. Как ты смог понять, это игра A Dead of Night или Глубокой ночью? Я в нее как-то играл, но она мне настолько понравилась, что я хочу пройти ее вместе с тобой. Но вся проблема в том, что у этой игры есть какой-то глюк, и если начинаешь новую игру, то никаких видео ты уже не посмотришь в процессе игры самой. Поэтому я предлагаю посмотреть нам с тобой пролог и заодно обучение, чтобы и ты, и я понимали, что происходит и чего нам ждать. Джимми! 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 Оставь меня! Хватит! Оставьте меня в покое! Алло? Майя, это Ханна. Ханна, где тебя носит? Вы ушли и не взяли меня с собой. Где ты сейчас? Откуда ты звонишь? Мы все застряли в отеле по пути. Насколько это далеко? Не знаю, я позвоню, когда доберусь. Ты не сможешь, тут нет сигнала. Ну, не важно, просто отдохни, Ханна. Слушай, убедись, что... пониже уберем. А, Майя! О, Майя, я полагаю. О, не волнуйся. Твои друзья записали тебя в... Давай, я проверю. А, да. Номер 101. Все оплачено, так что тебе не о чем беспокоиться. У тебя хорошие друзья. Хорошие. Ваша группа людей очень хороша. Приятно видеть для разнообразия столько свежих, молодых лиц в нашем отеле. Или вы тут из-за городского музыкального фестиваля, я полагаю? Да, мы хотели остановиться на кемпинге тут, но едва ли там подходящая погода, да? Вы останетесь на завтрак? Я так не думаю. Мы, наверное, просто уйдем. Хорошо. И если вы не возражаете, я спрошу вас, Майя, заинтересует ли вас развлекательное шоу, которое будет проходить сегодня? Сегодня? Оно начинается около полуночи, обычно. Вообще, я там выступаю в жанре комедии. Я изображаю комедийного персонажа, которого зовут Хьюго Панч. Он вроде комедийного социопата. Он говорит то, что нельзя говорить, и тому подобное. Он довольно популярен среди студентов. Я так не думаю. Мы все просто пойдем ложиться спать, я думаю. Вы уверены, что я не могу вас переубедить? Я, наверное, лучше просто пойду спать. Извините. Ладно, ладно. Хорошо. Где находится комната? Просто поднимитесь на лифте. Ваш номер на первом этаже. Хорошо, спасибо. И завтрак, когда будете уезжать, не могли бы вы, Майя, оставить ключ от номера в ящике? Хорошо. Лучшее шоу в городе и ни одного желающего. Кому нужно хорошее развлечение, когда есть YouTube, My Face и все такое? Глупые, некультурные. Хьюго не любит грубых детей, они непослушные. Не начинай это снова. Я не хочу этого слышать, хорошо? Не сегодня. Непослушные дети, как тухлые яйца.
Им нужно преподать урок. Ну, сука. Заткнись. Просто заткнись. Ты всегда так делаешь. Клиенты нам платят. Они ничего тебе не сделали. Просто оставь их. Тухлые яйца нужно разбивать. Раскали их скорлупу. Столкни их с лестницы прямо в ад. Ты знаешь, что тебе нужно делать, Джимми? Покажи им, кто в доме хозяин. Я тебе покажу, как это сделать. Пол третьего ночи. Вот так. А теперь спи. Беги из отеля. Беги, пока можешь. Тебе нужно узнать, что он сделал, и рассказать всем. Заставь его осознать, что он сделал. У отеля Sea View темное прошлое. Его призраки могут вам о нем рассказать. Используйте переговорное устройство, чтобы общаться с ними. Они расскажут вам о секретах Джимми. Но Джимми попытается скрыть правду. Любой ценой. У дядька злыку. Так, ну и можем посмотреть обучение. Сразу, чтобы понимать, что делать можно и что делать нельзя. Ситуация. Это Джимми Холл, владелец отеля. И опасный психопат. У него злые планы на друзей Майи. Майя сбежала. Джимми знает, что должен остановить ее. Погоня. Джимми прячется везде, где только можно. За углами. В тени. Ожидая твоего появления. Или подкрадываясь сзади. Он не может прятаться на лестнице. Или на цокольном этаже. Или в подвале. Стратегия. Если Джимми увидит вас из зоны видимости. Уйдите из зоны видимости. Я не успел прочитать. Вы можете спрятаться в любой незапертой комнате. Если Джимми войдет. Прячьтесь в шкафу. Или в ванной. Используйте глазок в номерах. Чтобы увидеть, не находится ли Джимми снаружи.
Зовите, чтобы привлечь его. Чтобы контролировать, куда он пойдет. Находите ключи от номеров в ящиках. Заприте Джимми, когда вы снаружи. Или заприте его внутри, когда вы сбежите из номера. Быстро проверяйте комнату, заглядывая в замочные скважины. Темное прошлое. У Джимми было кровавое прошлое. Его жертвы никогда не сбегали. Они все еще находятся в отеле. Используйте переговорное устройство, чтобы поговорить с ними. Расспросите их о том, что вы видели, и узнайте их историю. Спросив о важных событиях, вы заставите их появиться. Следуйте за мерцающим светом. И прислушивайтесь к странным звукам. Используйте компас для ориентирования. Когда вы находитесь рядом, продолжайте смотреть по сторонам. Или не двигайтесь и смотрите вперед. Талант Майи. Майя может видеть потусторонний мир. Перейдите в тускло освещенное место. Затем воспользуйтесь зеркалом. Вы увидите местонахождение важных предметов, местонахождение духов, связи между предметами и духами. Иногда Джимми крадет вещи, если поймает вас. Ищите свое переговорное устройство в кладовой на первом этаже рядом с лестницей. Находите компасы и ключи в номерах. Прочитайте инструкцию к устройству для переговоров, чтобы получить больше советов по охоте на призраков. Хорошо. В принципе, особо спойлеров тут не было, как я боялся. Инструкция по устройству. Так. При контакте с призраком или духом, их эмоциональное состояние трансформируется непосредственно в их электрический потенциал или в энергетическое состояние. Призраки могут появляться как в сильном, так и слабом состоянии с низким энергопотреблением, но для голосовой связи требуется состояние с низким потреблением. Вы можете спровоцировать призраков менять их энергетическое состояние, задавая провокационные или вопросы агрессивного характера. Если призрак перейдет в высокое энергетическое состояние, это устройство будет принимать только громкий и статичный шум, и вы не сможете продолжать общаться с призраком. Призраки в высоком энергетическом состоянии могут проявляться физически, без каких-либо электронных или оптических средств. Обычно это происходит в различных локациях. Пожалуйста, не забывайте, что сверхъестественные сущности – это души мертвых. Пожалуйста, относитесь к ним с уважением. Так, энергия увеличивалась благодаря беседе. Высокое состояние может проявляться физически. Энергия рассеивается проявлением. Голос может быть слышен. Низкое состояние. Натуре, как инструкцию прочитал. Ну, предлагаю начинать. Это устройство, которое вы нашли, наведите мышь на него, чтобы его включить. Так, нам надо найти компас и зеркальце, нам сверху написали. Так, вы можете общаться с духами, если находитесь с ними, к ним достаточно близко. Хорошо. Если вы столкнулись с трудностями, то перейдите в меню и посмотрите обучение и продолжайте игру. Окей. Хорошо, как скажете. Так, что у нас тут есть? Чтоб ты понимал управление, тут только работает мышка. Никакие клавиши, вот они на всякое другое способны, но не на ходьбу. Поэтому в нашем распоряжении только мышка. Так, нам нужно начинать с первого этажа. Все это искать, что нам писали. Давай поедем на первый этаж. Так, это у нас ЛГ, это подвал. Я вот еще думаю, стоит ли в субтитрах убрать вот этот звук, точнее субтитр, который показывает, какие звуки сейчас происходят. Давай, наверное, это сделаем, потому что... Вот, дополнительное описание звуков. Потому что он будет и показывать, что этот Джимми за нами идет.
У меня уже подготовлена ручка и листочек, чтобы я записывал, где мы с тобой были, а где не были. Так. Сюда нам нельзя на лестницу попасть. Хорошо. Это ванная. Я тут могу почаще молчать, потому что буду слушать звуки. Если ты тоже что-то услышишь, то говори сразу. Что у нас тут есть? Угу. О, нашли трофей и награды. Хорошо. Я буду себе сразу все помечать, чтобы потом не запутаться. Больше в этой комнате ничего нет. И о первом появлении Джимми нас должны будут оповестить, по идее, но не факт. Узнаем, когда получим по лицу. То 17 записал. Надо ускорять этот процесс. Так. Давай направо. Тут у нас что? 118. А, тут темно. Знаю, что в темном прятаться можно только в ванне. Так, я пока никого не слышал. Так. Ой, 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 вижу. Искать здесь. Опа, ключ. Кладовка. Чтобы попробовать открыть дверь ключом, откройте инвентарь, вставьте лицом. Встаньте лицом к двери и выберите ключ. Двери можно запереть или отпереть правильным ключом. Так, у нас есть только ключ от кладовки. А, вы нашли ключ с надписью «Лестница, этаж первый». Отлично, значит, можно в две лазить сразу. Хорошо. Отлично, что у нас есть... Это же мои шаги были? Надеюсь, что да. Так, 120. О, закрыто. А что у нас там? Можно посмотреть скважину? Опа. Тут сидит. Жуть. Это какая? 120. Пишу. Сидит. Так. Пошли дальше. 115. Ничего. Так, меня пугают эти шаги. Скажите, что это мои шаги. 114, темно. Ой, нет, не надо, не надо. Не... Он сейчас появится, если смотреть в глазок. Не надо туда смотреть. Обойдемся. Жуть. Так, нам куда? Туда. Так, я пока никого не слышал, никого не видел. Тут тоже темно, нам тут делать нечего. Пошли. Следующую. Так, 112. Тут у нас что есть? О, ключ. Хорошо. О, как раз от этого номера ключ. Больше тут ничего нет. А в те ящики можем залезть? Не. О, и в те ящики можно залазить. Хорошо. А я думал, тут одни будут только действовать, потому что я очень далеко. Так, 112 мы были. Нет, нет, не смотри, я случайно нажал, не смотри, просто выходи. Так, пока, по идее, все должно быть очень легко, потому что только самое начало. Так, можно налево или направо? Давай налево. Ага, так. Что у нас тут? Закрыто. Хорошо. А я могу... А, нет, надо вперед пройти, а теперь мы можем повернуться. Хорошо. 107. Темно.
107 нам не подходит комната. Хорошо. Пойдем дальше. Так. 108. Тут у нас меч декоративный. Хорошо. Я уже немножко путаюсь в этих комнатах. Так. Ага. Тут у нас 109. Что у нас тут есть? Несколько старых чемоданов. Хорошо. Вот эти нам все вещи пригодятся, чтобы мы могли как-то общаться с призраками. И понимать, что здесь происходит. 110. Тут у нас что есть? Ничего. Ничего. Идем в дверь напротив. Она закрыта. Пишу, сидит. Хорошо. Так. А теперь слушаем этого дурачка и смотрим по сторонам. Это что, кто-то идет? Это что, кто-то сейчас шел? Я не понял. Что произошло? 106. Так. Старая ткань, покрытая пятнами крови. Угу. Опа, зеркальце. Вы нашли волшебное зеркало. Оно проявляет подсказки. Можем использовать, когда он виден. Находясь в номере у входной двери или на кухне на цокольном этаже. Используйте зеркало, чтобы увидеть подсказки о том, куда идти или какие предметы использовать дальше. Зеркало также поможет вам найти потерянные ключи, компас и переговорное устройство. Так, но переговорное устройство у нас есть. Вот оно, да. Начали беседу с призраками сводных вопросов. Если нет ответа, значит рядом нет призраков. Громкий шум означает, что рядом находится призрак в состоянии высокой энергии. Когда вы встречаетесь с призраками, вы можете задавать им вопросы, соедините их ответы, чтобы установить связи. Когда вы один, вы можете посмотреть ответы призраков здесь. Так, давай выйдем отсюда. Давай посмотрим в зеркальце, что же нам куда идти. Ага, понятно. Ага, компас 102, а мы там еще не были. Вот, хорошо, что я записываю. Я надеюсь, его там не будет. По идее, должны же сказать, что он начал на нас охоту. Потому что очень странный звук был ходьбы. Я записал 106. Надо найти компас. Открываем дверь. Ё-моё, это что такое? Выходи из кладовки, нечего тут делать. Так, давай сюда. 101. А, это наша комната. Угу. Посмотрим, что у нас тут и лежит. Вот наш рюкзачок. Нашли шприц и бутыль медицинского диазепама. То есть, когда ты заселялась, тебе, в принципе, это не удивило, да, что у тебя в ящичке лежит шприц. И колотушка. Это уже максимально странно все выглядит. Колет и отшлепает. Так. Пойдем дальше. Рыцарь. О, 102 комната. Нам это и нужно. А, вон ящички вижу. Вы нашли компас, он направляет к ближайшим призракам. И еще одно зеркало лежит. Как много зеркал тут разбросано.
Так, я ничего не слышу, наверное, можем выходить. Будут же какие-то звуки. Компас укажет направление к ближайшим призракам. Да, я думаю, что поначалу... 103, так, это нам не нужно. Все, выходи, выходи, выходи. Наверное, тут еще не нужно медлить. Нужно сделать все быстро, чтобы было больше времени. Это какой был номер? 103. Надо записать, 103. Так, что у нас здесь? Ключ от 104 комнаты, от этой как раз. Мы посмотрели сюда? Посмотрели сюда. Все, мы здесь были. Так, это у нас последняя комната осталась? На этом этаже. Ага, 105. Посмотрим, что есть здесь. Еще ключ с кладовкой. Детские рисунки с жестокими изображениями. Хорошо. А куда же нам идти? А, теперь можем посмотреть в зеркало. Ну-ка. Так, это девочка. На ЛГ. Находится она на ЛГ. Хорошо. Пока все идет очень хорошо. Ничего страшного не происходит. Ваня, мы прятаться не будем. Мы спокойно выйдем и пойдем к лифту. Правильно, правильно. Так. Я никакой тени не видел. Не дай бог, зараз ты появишься резко передо мной. Я же обосрусь. Как же громко. Мне не сюда, мне вот сюда. И тебя тут нету? Я не вижу. Ой, кто-то идет. Или это я иду? В лифт, быстро в лифт. Ой, жуть. Я не понимаю, кто это идет. Или я, или он. На ЛГ, поехали, ЛГ. Никого нету. Хорошо. Поехали в подвал. Просто те субтитры можно было оставить, чтобы мы понимали, что Джимми рядом, Джимми идет. Но это как... будет слишком легко. И не так страшно. Так. Кого-то слышим. Кто тут говорит? Что, нам еще раз в лифт? Вроде бы в лифт. Поехали на Г. Опа. Девочка. Теперь надо к ней, видимо, спускаться. И попробовать с ней пообщаться. Поехали еще раз к ней. Девочка в подвале. Мы записали. Да, я тут уже весь первый этаж записал. Так, давай с тобой будем разговаривать. Надеюсь, меня будет слышно из-за этих громких звуков. Так, где у нас? Ага, вот эта штука. Is anyone there? Здесь кто-нибудь есть? Hello? Здравствуйте. О, как? What's your name? Как вас зовут? Ну, отвечай. Я Эми Белл. Мне 10 лет. Спросите призраков о том, что вы видели. Так. А, вы увидите их ответ при выборе вещи. А, давай спросим про рисунок с насилием. Кто нарисовал эти ужасные рисунки? Их рисовал мальчик. Это типа весь ответ? А вот это? Я видела в подвале плачущую девочку. Кем она была? Это была я. Мальчик по имени Джимми запер меня в подвале. Потом он начал воровать у меня вещи. Вещи. Воровать начал. Откуда взялась эта деревянная колотушка? Я не знаю.
Зачем тут эта бутылка с диазепамом? I don't know. Конечно же, откуда 10-летний ребенок знает, что такое диазепам? Почему в одном из ящиков лежит окровавленная ткань? Она могла быть моей. Вот так вот. Я видела какие-то чемоданы в сундуке. Кому они принадлежат? Я не знаю. Так, и что, нам тебя все спрашивать надо? Кому принадлежит меч? Он был у Джимми. И мне он не нравился. Я видела бутылку розжига и зажигалку. Для чего они нужны? Я не знала, что это такое, пока Джимми не показал мне. Для шашлыков они нужны. Я нашла трофеи. Кому они принадлежат? Я не знаю. Так, и что у нас получается? Что нам нужно сделать? Сопоставьте два ответа, которые, по вашему мнению, связаны, чтобы продолжить историю призрака. То есть, вот у нас. Соедините ответы о воспоминаниях с ответами о предметах для более быстрого прогресса. Ответы о воспоминаниях с ответами о предметах. Так, мальчик по имени Джимми запер меня в подвале, потом он начал воровать у меня вещи. Я какие-нибудь тебе вещи своровал? Колотушку? Так она не твоя. Вот это? Когда ты сказал о том, что Джимми воровал у тебя вещи, это как-то связано с тем, что вы сказали о бутылке розжига и зажигалке? Видимо, нет. Так, а, может быть, меч? И вот это. Когда ты сказал о том, что Джимми воровал у тебя вещи, это как-то связано с тем, что вы сказали о мече? Да что такое? Это мальчик рисовал. Он воровал вещи. А какие вещи? Давай вот так попробуем. Да что ты будешь делать? Подождите перед тем, как попытаться наладить контакт. Вы еще об этом не спрашивали. О чем? Так, подожди, давай выйдем. Я что-то не совсем понял, что нам нужно ей показать. Давай вызовем лифт. Посмотрим подсказку. Может быть, у нас не хватает какой-то вещи? Потому что мы что-то все спросили, а что ей конкретно нужно, не совсем понятно. Смотри в зеркало. Где зеркало? А, нам куда-то сюда, наверное, нужно, где потемнее. Да? Ага. Так, смотрим. Ну, это мы видели, девочка. Сейчас ты покажешь мне, что она в ЛГ? А чё ей надо? 122-я? А прикинь, мы не были в 122-й. В смысле? Я думал, я весь первый этаж прошел. Да ладно. Ну, мы даем. Блин. А как же там... А где ж находится 122? Поехали на первый этаж. Сто двадцать вторая, да? Так, мы пришли в прошлый раз с прошлой стороны. Ну, по... Тихо. У нас есть ключ. Ключ отсюда у нас есть. Давай сразу его... Не то. Вот. Ага. Все, супер. Так, это что у нас? 117. Мы направо в прошлый раз довернули. Давай в этот раз сюда.
Что это? Кладовка. Тут нечего делать, тут темно, выходи. Не заходи больше никогда в такие комнаты. Мы там не спасемся. 121-я. Так. Джимми Холл ищет вас на этом этаже, держитесь от него подальше. Вот и все. Так. А 121-го, это мы здесь как раз ходим. Так. Он где-то рядом. Очень близко, походу. Аж половица скрипит. Ага. И он пошел налево. Куда нам и надо? А ты можешь уйти отсюда? И что делать? И куда бежать? Блин. Стало тихо. Рискуем, выходим. Стало тихо. Так. 123. Ага. 123. Зашли. Эй, иди в жопу. Так, что-то там шляпа для повара была какая-то. Не туда. Не сюда. А, вот сюда. А, шляпа шеф-повара, хорошо, закройся. И ключ от 123 номера, так, отлично. Это этот номер. Почему? Почему ты так близко? Почему ты так близко? Уйди! Уйди! Я тебя не жду. Никого нет дома. Хоть кто. Не зови, не выйду. Так, вроде тихо стало. Попробуем выйти. Ага, 122. Так, это я такими шагами громкими хожу. Наш детский кошелек. Ага, отлично. Несколько бутылок виски и других спиртных напитков. Тоже неплохо. И компас у нас уже есть. И больше ничего. Так, подожди, что у нас? А, наверное, детский кошелек у нее спер. Ну зашибись, а мы в самом тупике. Но я его не слышу. Давай попробуем выйти. Так, я его не вижу. Тут я его тоже не вижу. Так, тут... Нам сюда, наверное. Ой, отстань. Отстань, блядь, все, я спускаюсь вниз, отстань. Ой, быстрее, заходи. ЛГ, нам в ЛГ. Я никого не видел. Значит, он был далеко. Ой. Немножечко напрягает, учитывая, что это только самое начало, и он еще особо не думает за нами бегать. Так, нам нужно с ней поговорить. Is anyone there? Здесь кто-нибудь есть? Здравствуйте. Ну, конечно, куда она уйдет? Так, а еще спросить Is надо. Amy? Это Эми? Yeah. Да, я Эми. А, все, теперь можем спрашивать. Отлично. Кому принадлежат детский кошелек? Он был моим. Мне подарили его на мой день рождения, но потом украли.
Ага. Бутылка виски. Я видела коллекцию бутылок виски в одной из комнат. Не знаю. Но детям нельзя пить алкоголь. Это ты дельные вещи говоришь. Кому принадлежала эта шляпа шеф-повара? Я не знаю. А про ключи ты расскажешь? Нет, не расскажут. А, это вот так можно. Прям ключи. Супер. Так, тогда мы говорим с тобой об этом и о вот этом. Спер у тебя кошелек. Когда ты сказал о том, что Джимми урвал у тебя вещи, это когда связано с тем, что вы сказали о кошельке. Да, он забрал их, когда я не видела, и украл мои деньги. Я отругала его, но он не слушал. Так, теперь нам нужно на Г этаж. Угу. Давай сходим с тобой на Г этаж. А что нам это даст? Там что-то найти нужно будет? Это, я так понял, цоколь, да. Ну, на цоколе хотя бы безопасно, там никто не ходит, это точно. Так. Куда? А, идем по компасу. Джимми, отдай, это мое. Хватит красть мои вещи. Прикольная комната. Так, мы здесь не можем поговорить. Это Эми? Да, я Эми. Я видела, как ты кричала Джимми, чтобы он вернул твою игрушку. Почему он отобрал ее у тебя? Потому что он думал, что это забавно. Он вернул ее, но потом все равно все испортил. Так, он испортил, и, наверное, он... А вот что это? Ага, это вот то, что она с ней поговорила. Он испортил бутылками виски, наверное. Нет. Диазепам, чемодан. Может, он ее мечом проткнул? Давай спросим. Непонятно, хорошо. Тогда, может быть, он ее сжег? What you said about Jimmy stealing your toy. Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Он пропитал мою игрушку этой штукой в бутылке. Я его ненавидела. Ага. Но в целом тут логической цепочкой дойти до чего-то можно. Хорошо. Нам нужно на первый этаж и там где-то что-то искать. Хорошо. Где выход-то? Так. Тогда можем на этом прерваться и узнать, что будет дальше уже в следующих сериях. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий. Спасибо за компанию. Всего хорошего.